Привет всем! Это очередной выпуск канала «Немецкий боксер». На прогулке с Тайсоном мы встретились с Акитой. Посвящается всем тем, кто не может отличить ту лайку рыжую, которая напала на Тайсона, от Акиты. Приятного просмотра, погнали! Где Тайсон? Нету Тайсона. Угадайте, где Тайсон? Вот он, Тайсон. Спрятался, да? Что ты там делал за деревом, а? Ну-ка, Тайсик, давай, побегайте, поиграй. Хороший. Моему 7 лет. Все еще играет? Это же боксеры, они постоянно играют. А, подвижные. Но не со всеми. Темноватый или такой, ну понятно, такой окрас, да? Тигровый. Но они разные бывают. Темный, это светлый тигровый, бывает темный тигровый. А бывает рыжий совсем. А, ну-ка, что такое? Не мерзнет? Нет. А? Нет. Нет. Ну так вот, там, когда 20. Когда сейчас-то это понятно, сейчас может и не мерзнет, когда так. Гуляй, что это? Никакой. Не, в 30 гуляли, в прошлом году был мороз же. Нормально. Ну, главное, недолгие прогулки, чтобы не замерзал. А так пижаму никакой не одеваете, да? Какая пижама? Я вообще против подъема. Я тоже. Не, ну ему-то не надо, а тебе зачем? Не, меня тоже часто спрашивают, вот вы как в мороз гуляете, не холодно? Я говорю, главное не стоять, да, а подвижные такие энергичные прогулки. И все. Там самое главное еще, чтобы это. Я не знаю, вот у собак есть такая вот штука, вот как, ну, дыхать, сами понимаете, да, легкие и прочее. Да. Вот это вот внутренняя, что ли, организация, когда вот при морозе они как-то вот, ну, могут. Мы-то можем там дышать, да? Угу. Там как-то там закрываться, там еще что-то, да, там. Вот. А они это возможно. Потому что вот приспособленность к этому. Ну, например, условно говоря, взял там какую-то там чихуахуа, да, там ее вынес, она хоть и в шубе, но она все равно дышит холодным воздухом. А один хрен может заболеть. Вот о чем, понимаешь? Воспаление там и так далее, потому что, ну, не приспособлен. Ну, конечно, вот. Мороз. Вот, я вот это вот имею в виду, что еще не только вот внешне, да, вот, ну, понятно там, а вот еще и внутренне вот приспособлен, ну. Не, ну, понятно, это, а собаки сами... Приспособленность нет к этому. Понимаете? То есть они есть, как-то... есть, конечно. Вот. В жару даже вот они себя охлаждают при помощи вот языка. Ну это все. Они все подожди, а когда мне все холодно? Я весь трясусь. Нет. Тайсон не трясусь. У меня была собака, вот ее так, ну, другая там, резинка. Угу. Вот, вроде бы две шерсти, да, то есть остевые там и это. А это вообще не холодно. А это пофиг. А? Собака. Это пофиг. Такой мордоха большая. Отсюда. Ага, Тайсон, я тебе говорил не лезь. Чё ты лезешь? Нельзя прыгать. Ишь ты, гуляй. Гуляй. Чё смотришь? Играй, гуляй. Иди гуляй. 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 А это Акита Ино, да? Да. Ну такое крупное. Кобелита еще здоровее. Да она еще не крупная. Ну, для девчонки-то. Даже для девчонки. Да? Она вот чуть-чуть не дотягивает. Там 50-55 сантиметров. А она сколько? А она вот где-то около 50, по-моему. Да ладно. Может, то есть там еще крупнее, представляешь? А кобелит где-то под 70. Знаешь, там махины какие. Ну, там, да. если его так, ну, подкачать, там, да, позаниматься, там машиной хрен удержишь. Да. И это тоже. Это вообще серьезно. Если она куда-то вот тянет, там, ну вот, ну, там с кем-то хочет разобраться, да, ты ее держишь. А как она с девчонками? Вот плохо она с девчонками. Да? Ну, с это вообще серьезная собака. С кобелями она нормальная. Вообще, она их почти не дружит. Ну, это понятно. А если был бы кобель, то он бы с кобелем тоже не дружил бы. Ну, это да. Вот она вот с суками она не очень. Причем всех размеров почти. Пофигу, да? Да, вот хочет вот она их там помять. Прет на всех. Помять и все. Доказать, что она самая-самая. Ну да. Какая ты собака-то. А? Да.
Что ты меня нюхаешь? Че, Тасик, там жуешь? Веточки. Будешь играться еще? Иди побегай, Тасик. Иди гуляй. Тась, иди погуляй. Иди гуляй. Да ты ж какая, ты девчушка-то. Все, пойдем, до свидания. Пойдем, Тасик. Опять на том же месте. Опять на том же месте. Пойдем, Рой. Missing someone.